Все воскресенье воздух Воденцова был пропитан атмосферой борьбы и напряжения. Спортивные соревнования, приуроченные ко дню города, проходили повсюду. На улице Говорова финал Кубка главы Одинцовского района по футболу, на молодежный турнир по настольному теннису, на центральной площади соревнования по подтягиванию, на призы мэра города. Кому-то в этот день приходилось напрягать мышцы, а кому-то мозг. В волейбольном центре за звание лучшего боролись шашисты. Мы ожидаем где-то около 40 участников. Ну, по крайней мере, предварительно такие данные. Возраст у нас не ограничен. Среди одинцовских шашистов много опытных мастеров, таких как, например, Михаил Дирин. А есть и начинающие, но уже проявившие себя молодые спортсмены. Вот здесь уже 25 лет участвую. Не раз первые места брал. Потом еще на ГДО участвовал. Там тоже. Не менее сильны одинцовцы и в хоккее. В Ледовом дворце состоялось первенство Московской области. Команда «Армада» наша представляет наш город в этом турнире. В прошлые выходные она стартовала и уверенно обыграла со счетом 6-1 команду «Переславль». 2003 год у нас является перспективным годом. На сегодняшний день 4 человека из нашей команды приглашены на просмотр в состав сборной Московской области. С каждым годом в Одинцово становится все больше и больше спортсменов, результаты которых дают нам право верить, что Одинцово – один из самых спортивных городов не только в Московской области, но и во всей России. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».